развалюшка. Не знаю, ты дом читали, кафе был. Пойдем к твоему этому мини-кремлю. Прикольно так? Да. Мы, ребята, убегаем. Там оса. Пчела. Пчела? Да, у меня тут сэндвич. Мне сейчас сырная булка. Давай сюда присядем. Я надеюсь, здесь нет. Все, все. Туда дальше. Не ходи, не ходи, не ходи. Хорошо, хорошо. Давай. Дамир гуляет на качелях, а там впереди парни играют на гитаре и поют песни «Мамми тролля». Или на одну площадку новую, вот эти штуки. Она вон сбоку. У нас еще и сюда. Давай на то, что поменьше. Здесь новая такая была. Она двигается? Да, она двигается. Залезай. Давай. Давай. Можно я тебя зафотаю, а потом ты станешь. Бабушке покажу, что тут тоже такое есть. Ты забыл, что ли? Парк весь новая такая была штука. Держись. Давай, буду тебя держать. Давай, я тебе помогу. Боже, что мы. Вот такая горка была в Харькове. Мы с тобой поднимались, и я тебе говорила, девочка, мы сплываем, и мы вместе скатывались, потому что тебе было мало лет, еще тебе годик и два где-то был. Понимаешь, я посмотрю, что. Ну, она нормальная. Такая же точно была. Я тебе фотку покажу, если хочешь, как мы с тобой внизу на такой горке. А ну, пальчик вверх. Давай, поехали. Это тоже была весеноватой. И вот такая вот, как вот там вот дальше, тоже весеноватая такая была. Вот такая вот лесенка. Тоже же была, помнишь? Такая, что значит, в саванне она растет? Нет. Красота какая. Давай где-то посмотреть. Где-то посмотреть. В зале кинотеатра эвакуационные выходы находятся по сторонам от экрана, либо под экраном. Звоните 112. Пусть я там буду вместо. Пусть я там буду. Пусть я там буду. Пусть я там буду. И снова нужно твое плечо. И становись моим палачом. Я ошибался всегда еще.